Сцена, яркий свет, маленькая площадка за ширмой и аплодисменты. Эти люди уже не представляют свою жизнь без всего этого. И каждую игру они доказывают, что Чувашия родина не только Чапаева, но и веселых и находчивых. Они КВН – это не просто игра или программа, это целая жизнь. Даже зрители, придя несколько раз на игру, становятся болельщиками любимых команд. Что сегодня они ждут от игры? Узнаем прямо сейчас. Ну что, расскажите, пожалуйста, чего ждете от игры сегодняшней? Мы ждем смеха, улыбок, счастья и радости. За какую команду КВН болеете? Альфа. Почему Альфа? Название смешно. Хорошо, сами в команде КВН вообще хотели бы играть в КВН? Да, учимся пока что играть в КВН. За кого хочешь быть похожим? Из всех действующих можно из российского уровня? И с Парапопаром есть, у них капитан смешной очень, и с Камызяков тоже. Парапопаром, Иван Абрамов, я так понимаю, да? Ты тоже поешь? Частично. Давай спой что-нибудь. В эти белые края вновь уеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Будущие спасатели тоже любят шутки? Да. Скажи, пожалуйста, зачем вообще пришел на игру КВН? Вообще посмотреть, как ребята шутят, играют, поболеть за них. Я пришла, потому что мои друзья участвуют в КВН, и просто посмотреть на них, как они будут выступать. В какой команде КВН участвуют твои друзья? Не помню. Без комплексов. Сама хотела бы участвовать в игре? Нет. Почему? У меня нету настроя на веселые. Не могу придумывать шутки. От игры КВН чего ждет? Бомбы ждем, чтобы все прошли. Особенно, чтобы прошла команда КВН без комплексов. У команды КВН без комплекса сегодня огромное количество болельщиков. Почему именно за них болеете? Я сама в ней играла. Серьезно? А почему тогда бросили? Работать начала. Чего сегодня ждете от игры КВН? Хлеба и зрелищ. Да. Чтобы зажгли. Просто, чтобы зажгли. Чтобы все смеялись хорошо. Идем как бы набирать опыт, просто смотрим на других. Вы, я так понимаю, тоже будущая команда КВН? Да. И мы ж звезды. Мы в будущем будем такими звездами вообще. Да. Честно говорю. На кого из российских КВНщиков хотите быть похожими? На наших. Джентльмены удачи. Вот наши, они вообще, они самые лучшие. Вообще часто на игры ходят? Нет, не часто, но вот мы весной сходили тоже на выступление сборных команд, там очень понравилось с ребенком, и мы пришли еще раз. А ты любишь КВН вообще? Да, я люблю, когда смешно. А у нас смешно, чувашский КВН смешной? Да. До игры осталось совсем немного времени. Уже скоро этот зал, а именно 840 мест, будут до отказа наполнены зрителями. Остроумные шутки, красочные декорации, яркие личности – все это увидит зритель на сцене. Но что же происходит за кулисами? Как готовится команда и кто придумывает шутки? Этого зритель не видит и не знает. Ну что, приоткроем занавес? Вы называетесь без комплексов. Спойте что-нибудь? Без проблем. Встречай ЧТК. На сцене мы снова в КВН, женский юмор в теме, а значит быть в проблеме. Легко ли быть дружным женским коллективом? Очень трудно писать шутки. Всем нужно постоянно краситься, есть постоянно сладкое, пирожные там всякие. И очень трудно всех собрать, по часу опаздывать, девушкам же свойственно опаздывать. Девушки, в общем. А зачем вам мальчик тогда? Потому что он украшает. В вашем случае, то есть не девочки украшение команды, а мальчик? Да. Девочка, скажите, пожалуйста, по каким-то приметам вообще верите? Может быть, там, я не знаю, кладете под туфли 5 рублей там, или садитесь на сценарий? Я сегодня, например, с утра одела кофту назад наперед. Мне мама сказала, переодень, а то со всеми поругаешься. Но я и без этого со всеми поругалась, правда. У меня вопрос теперь к молодому человеку из вашей команды. Скажи, пожалуйста, легко ли быть в женском коллективе? Ты вообще как? Это очень сложно. Они постоянно отвлекаются, ругаются, плачут. Это сложно, но интересно. Ты чувствуешь себя таким командиром? Нет. Здесь никто себя не чувствует командиром. Нет, под нашим гнетом, но все равны. Все равны. Не ври. Кто у вас все-таки командир? Конечно же я, вы не видите. Внимание, сейчас будет фокус. Три. А где кролик? Сожрала? Да хватит уже показывать свои дурацкие шутки. У меня в ванной такая же резиновая уточка есть. Пойдем, покупаемся. А что будет, если нажать на эту кнопку? Я люблю тебя. Еще один плюшевый мишка. Иди поиграй с одноглазым.
Да хватит уже ломать логику нашего выступления. А хочешь, я тебе еще и жизнь сломаю? Выходи за меня. Хватит. Пойдем. Как в итоге прошло выступление? Ну, мы были первые, все ушло на самом деле в тишину, но вроде людям понравилось, жюри смеялось. Френдзона. Ну и кто из вас бежит по ромашковому полю френдзоны? Ну, по сути, все. Вообще, вот только по секрету, у каждого участника нашей команды есть вторая половинка, но не из команды. Что насчет юмора? Ну, это как юмору. Он, конечно, нужен, но не всегда получается. Что тогда нужно сделать, чтобы получилось? И нужно ли вообще что-то делать? Улыбаться. Да, главное это из души улыбаться. В 2018 году будут проходить выборы на пост президента Российской Федерации. Однако агитационные и патриотичные ролики появились уже сейчас. А может, не за Путина избежим? Нет. Почему? Потому что это... Что чувствуете после выступления? Вот вышли такие, отыграли. Дрожь в ногах. Очень сильную. Чем будет удивлять в следующем номере? Рыбчиком. Да-да-да. Девочки читают рэп. Девочка. Девочка. Давай читай. Сейчас молодежь вообще странная. Ночные клубы, вейпы, кальянная. А раньше придешь с больным горлом немножко. И тебя лечат не амбробаной, а картошкой. Любую дискотеку на чувашской свадьбе начинает женщина Мигель. Именно она решает, кто выходит в танцы, а кто нет. Начинается кошмар любого племянника. Так называемые ядринские потягушки. Дальше начинается танц-баттл. Мое кунг-фу лучше твоего. Представитель шугарлинских монахов со стороны жениха показывает стиль крадущийся кавагал. Но ответный удар в стиле крылышки Юрма не дает расслабиться. Казалось бы, драки не избежать, но их сбивает паровозообразующая женщина. Ту-ту, конечная остановка, прибыл Алексей Московский. Пошла еще. Московского называют чудотворцем, потому что все бабки встали и пошли на танцпол. Как прошло выступление? Какие шутки зашли? Ожидали? Да, нет. Все, ожидали, все зашло. Это было очень мощно. Ребят, вы джентльмены удачи называетесь, да? Что общего у вас с героями фильма? Удача. Мы не пьем. Там не пили. Я фильм не смотрел, да, что это не вопрос. Я не знаю. Я вообще не местный, чего вы мне такие вопросы задаете? Мы вообще мимо проходили. Ребят, тогда почему назвали свою команду именно так? В голову пришло один раз, просто понимаете? Время придумать название. Джентльмены удачи, все. Хорошо, на какой уровень планируете выйти? На чувашский КВН. В чувашском КВНе так? Чемпионами хотим стать. Чемпионами чего? Чувашского КВНа. Дальше какие еще планы? На вышку Маслякова, как вас увидеть. Да. А еще у нас есть беда. У нас новчики дороги постелили. Теперь из новчиков в 2 раза быстрее уезжают. Всем привет! Так, нос на ножках, ты чё вышел? Ты же сам сказал, у вас в Новчике дороги постелили. Значит, бабки появили. Где бабки, там армяне. Армяне здесь. Деньги где? Ну что, джентльмены, удачи. Как прошло выступление? Все, супер. Отлично. Вы слышали, как они смеялись? Да, это было супер. Что необычного в вашем юморе? Ну, мы все говорим серьезным лицом. Да, вот примерно вот с таким. Добрый день. С вами команда КВН «Бусинки». Вот, а зрители смеются почему-то. А теперь давайте представим. Чувашский супергерой, как это? На город напали, нам нужен герой.
это? Я злодей, я пришел тебя убить. Как это? Ты ничтожество, маленький злобный фрукт. Как это? Это просто такое выражение, тупой как фрукт. Как это? Отличается от других. На самом деле юмор растет, иногда очень тяжело расти вместе с юмором. Ну, в принципе, мы потихонечку справляемся. Мы как бы самая старшая команда из всех сейчас. Приезжай ко мне скорей, приезжай за 100 морей. Но я ж заморского языка-то не знаю. На, выпей волшебной водицы, сразу заморский выучишь. Хорошо, круто, классно, короче. Мы как вот как хотели, так и выступили. 35-я школа, привет, кстати. Почему вы со столицы вернулись в вышку? Мы набрали новую команду и решили попробовать сперва в вышке новый стиль попробовать, а потом уже идти в столицу. А еще в той деревне паренек проживал, всегда веселился, пел, танцевал. Каждый день он радовал всех там людей, потому что он крутой деревенский диджей. Ну что, поехали! Эй, диджей, битмейкер, уличный денсер, шейкер, партимейкер. Чувствую. Большой драйв получили от нашего выступления, все супер. Я говорил так-то, ну ладно. Чем лучше зритель дает нам эмоции, тем лучше мы себя чувствуем. Я говорю, не понимаю, что... И вот мы выступили, все, пускай, сейчас он говорит. Вот. Все очень хорошо, очень положительно. КВН выпустил в свет столько известных людей, сколько не выпускал ни один другой телевизионный проект. Актеры, музыканты, певцы, шоумены – все они когда-то играли в КВН. Кто-то несколько лет, кто-то на две минуты вышел на сцену, но через КВН прошли практически все. В числе жюри тоже сидят КВНщики. Что же сложнее – самим играть или судить? Пойдемте спросим. Паш, скажи, пожалуйста, вот ты действующий участник команды КВН «Чуваши». Что же сложнее – самому играть или судить будущее поколение? О, на самом деле волнительно и переживательно и то, и быть на сцене очень волнительно, чтобы понравиться жюри, и жюри тоже нужно понравиться команде и командам, поэтому, мне кажется, здесь 50 на 50, то есть нету конкретного ответа, что тяжелее, наверное, все моменты на сцене и в жюри это очень волнительно. Есть любимчики среди команд КВН? Есть, бусинки. Чем нравится тебе? Своим стилем. Вот сегодня у нас было 5 проходных мест. Игралось 7 команд, но тем не менее 5 проходных мест. Так получилось, что на 5-м месте 2 команды. Мы даем им шанс. То есть в любом случае мы посмотрим по редактурам, как я сегодня это сказал, и в итоге будет ясно, что увидит зритель. В итоге одна из них пройдет уже в финал. Или может быть 2 могут все равно пройти? Ну, я скажу так, да, как мы это обычно говорим. Ребят, ну если вы так сильно напишете, что прям камызяки будут не смешные, я не знаю, да, то будет 2 команды. А так, конечно же, будем отбирать. Но это очень хороший соревновательный элемент для ребят еще. Ну что, ребята, так, вас с победой. Ну покажите уже эмоции, вы хоть рады? Да. Вы уже вторую игру подряд занимаете 1-е место. Как думаете, как пойдет дальше? Думаем, что все будет хорошо. Если постараемся, то займем призовые места. Дикий восторг, объятия, поздравления, ликования. Так заканчивается каждая игра сезона. И неважно, победил ты или нет, в КВН нет проигравших. Здесь каждая команда получает свою порцию аплодисментов. А выигрывает прежде всего зритель. Те, кто оставили свои домашние дела и заботы, получили мощный заряд позитивной энергии, хорошего настроения и немножко продлили себе жизнь. А те, кто уже успел соскучиться по юмору, не унывайте. Новая игра уже совсем скоро. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия».